Ух ты ж, вот это да. Туман, туманище, не видать нифига. Все было прекрасно, пока я не забрел вот на этот остров. Снег проваливается, троп нету. Приходится пробиваться тут. В общем-то глубоко. Глубоко ноги проваливаются. То и дело, из саней постоянно выпадает что-нибудь. Приходится возвращаться. Короче, вот так вот все это происходит. Задолбался. Помните вот этот момент? Двойной лед. Не толстый, но он двойной. Так вот, не хотелось бы мне повторять пройденные ошибки. И придется идти вот через эти дебри в обход. Вот так вот. Худосочная протока. Так, ребята, пока туда-сюда, то все 5-10. И самое главное не сказал. Всем привет! Сегодня я рыбачу на жерлечке. И как обещал еще где-то там в начале зимы, сегодня я буду проводить ихтиоэксперимент. А именно, пробурю две лунки рядом. В одну я опущу карасика, а в другой я буду удить навибы. Опущу подводную камеру и посмотрим, на что щука позарится. О, хорошая! Давай, иди сюда. Опа! Есть, пацаны. Сегодня рыбалка, я чувствую, будет огонь. Я успел расставить только 5 жерлиц и сразу поклевка. Супер вообще. Блин, всю размотала и сошла. Долго я собирался. Карасик нормально, не пострадал, бодренький. Так что менять я его не буду. Все, пошло дело. Еще флажок, пацаны. Побежали, короче, туда. И с той стороны флажок, короче. Я не знаю, туда бежать или сюда. Давай сюда, ближе, короче. Все размотало. Все размотало, блядь. Опа. Иди ко мне, родненькая. Лежать. Погнали на ту. Тоже всю размотала. Есть. Вот это да. Вот это жара. Пацаны, все в порядке. Спасибо утренней зарядке. Это фантастика, ребята. Вот только щуку высвободил, да? Флажок горит. Иди сюда. Шикарная, вообще огонь. Ребята, эта жерлечка уже четвертый раз выстреливает. Я думал, тут мелочь гоняет, оказывается, не только мелочевка, но и вот такая вот хорошенькая.
флажок открылся. Только присел. Хотела уйти в камыш, елки-палки. Вот это здоровая была вообще. Короче, она срезала мне. Здоровенная была. Суперская вообще была. Только чайку налил попить. И снова выстрел. Вообще стояла прям под лункой. Не уйдешь. Опа. Я просто не успеваю дойти до лунки, закинуть удочку. Оборачиваюсь, поклевка. Горит флажок. Это разве не замечательно? Короче, я специально сел спиной к жерличкам, чтобы не отвлекаться на них. Сейчас мне нужно провести эксперимент. Одна приманка живая придает запах, аромат. Другая активная, привлекает внимание. Тишина такая. Только птички поют. Вот это отдых. А еще рыба клюет. Просто сказка. Ребята, аккумулятор на видеокамере сел, и поэтому остается надеяться, что произойдет поклевка на подводную камеру. Тут я потерпел фиаско. Короче, оборвалась у меня плетеночка. Не смог я выудить щуку из лунки. На этом рыбалка у меня не заканчивается. Сейчас я перевяжу поводок, подцеплю другой ратлин и продолжим рыбалку. Но это просто белиссимо. Еще один шнурочек взял вот на этот VIP. Очередной удачный кадр поклевки щуки под водой. Супер просто. Долго ждать мне, конечно, пришлось его. Но чудо свершилось. Ура! Пойму, флажок что ли открылся? Точно. Побежали. Размотало.
Блин, че ж я не взял темляк? Ну, слава богу. Смотрите, все как на подбор. Охренеть, вы видали? Святые угодники. Лань. Или кто это? Вот теперь я собрал все козыри. Обалдеть! Что за зверюга? Косуля или кто это? Я не знаю просто вообще. Нифига себе, обалдеть! Смотрите на мою грядку. Ребята, все самое интересное впереди. Набираемся потихонечку опыта. Проводим интересные эксперименты. Так что, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!